Самоуверенность. Видите, Иегова. Евангелист — это Евангелие. Покайтесь и приблизился к Царству Небесному. Покайтесь и веруйте в Евангелие, а Иоанн Креститель говорит. По благословению патриарха Кирилла. По благословению можете убедиться. Все, Бог помощь вам. Это визитки-то что? Визитки-то. Где визит? Ну где они у вас, икозы? Да, да, да. Там зайдете, увидите все. А? Прошел проверку, Сергей Павлович. Это книга, в которой говорится о Боге. У мамы есть. Мама, хочешь, есть? Я тебе дам? У меня детство. Детство. Я маму видела. Пора уже детство читать. Я маме смотрела, видела, там читала. Вот у тебя на крестике кто? Иисус Христос. А кто он? Он Сын Бога. Ну, он не только Сын Бога, он и Бог, Творец Вселенной. Он просто, видимо, так вот воплотился, принял плоть. А мама кто у него была? Мария звали, она его родила, делать, Кришна делала, она всегда делает. Он пришел на землю, играл 12 апостолов, попал в мир, рассказывал, есть жизнь вечная. Я умру, ты умрешь, мама умрет. Но можем на небе опять встретиться. Нет. Вот это вот. Да. Но одной молитвы недостаточно, должна быть вера и дела подтвержденные. Дела добродетели. Дела не будут.
почитай отца и мать, заповедь такая есть. Просто почитай, маме не грузить никогда, помогать ей, вот что. Все, вот видишь, мама улыбается. Это заповедь, и будешь долголетен на земле, заповедь с обетованием. Долголетие, это вот одни вот в детском возрасте умирают, а другие долго-долго живут, до 90, до 100 лет. Вот первый человек на земле, как его звали, знаешь? Адам. Адам. Знаешь, сколько он прожил? 900 лет, более 900. Маме твоей сколько? Маме 29. Представь, она бы еще 800 лет бы жила бы на земле. Вот первые люди так жили. А почему они стали умирать? Потому что грех вошел в мир. Они послушали дьявола, сатану. А Бога не послушали. Стали грешить, злые дела делать, нехорошие. Воровать стали, убивать друг друга. Войны всякие играли. Бог это все запустил. Он дал любовь. Он умер за нас, за людей. Просто мы любили друг друга. Дети, родители, родители. Братья и сестры, и все в этом красном книге. Да, молитвы. И как он проявился? А, это книжка. Читали. Читали, как интересно. Интересно, во-первых. Во-вторых, у тебя душа будет добрая. Да. Будем читать? Читайте. Помоги вам, Господи, во славу. И вам помоги, Господи. Всего мира. Вот в чем основе. Кто будет веровать и креститься, будет спасен. Кто веры не имеет, будет осужден. А вера, сегодня вот вы хотите в этот сайт, можете обрести веру, настоящую веру. То есть покаяться в своих грехах. Библию читаю, ничего. Ну, вообще, ну что вы сейчас читаете? Библию. Ну, конкретно место какое читаете? Новый. Ну, про что там? Какое событие? Деяние. Деяние? Представляешь, что я вот не читал. А что сейчас там? Я думаю, не читал. А что? Ну, как они там, как слепых там? Слепых? Слепых там уже не было. Там был хромой. Так вам дадутся, да? Да, это наш человек. И, наверное, как апостол Петр, апостол Иоанн шли в часть 9 молиться в храм. И там сидел один хромой, да, и они его исцелили. Он просит, исцелите меня. Говорит, у меня ничего нет, дам. За то, что я прикоснулся, тот говорит, правильно? И что это символизирует? Что всякий, кто просит Духа Святого, тот получит исцеление. Если будете просить Господа об исцелении души своей, получите его. Вы перестанете бриться, то есть начните жить благочестиво. Работайте где-то. Завтра выхожу. Ну это, видите как, у нас время тяжелое. У вас нет, Господь будет вам по жизни помогать. Ну, Богом тогда, помоги Господь. Это книга, и у вас есть Евангелие дома, Слово Божие? Написано, можно умудрить вас во спасение, то есть как спастись, как свою жизнь направить к Богу. Жить с Богом, то есть в святости, в чистоте, в благопристойности. Это изучая Слово Божие. Господь дал нам инструкцию, как исполнить заповеди. Его написано, любящий меня исполнит заповеди. Заповеди, знаете, это заповедь. Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей силой твоей, всей крепостью твоей. И ближнего, и самого себя. Вот, чтобы Господа возлюбить всем сердцем, нужно от себя отречься. Полностью посвятить свою жизнь Господу. И начать нужно, то есть мало, просто начать читать Слово Божие. Господь вам даст Бог с молитвой, откроет, а как это сделать? У вас интернет есть?
Ну вот, видите, сайт православный. Тут есть много материалов по Слову Божьему. Возьмите, посетите. Сергей Павлович, представ. Вон, смотри на него, который ты сейчас последний был. Во славу Богу, читай. Некоторые не хотят брать, а... Тоже уже в возрасте, так что. Это пища для души. Ну да, спасибо. Кто говорит, я не сплю, естественно, жизнь не будет. Конечно. Спасибо. Специально говорит. Весь мир, небеса проповедуют славу Божию, а дело вдруг его вещает вверх. То есть все вокруг нас так дивно устроено. Вы не верите, что Бог создал это все? А кто создал? Спасибо. Здравствуйте. Святой Евангелие. Святой Евангелие. 9-10. Куда мы его? Что, красные закончились, да? Красные кончились. А у тебя нету красных? Нету у меня. Одна только у меня. А немного надо. Надо красное дать. Может, это красное? Молитесь. Бабушка, прежде чем взять. Наверное, мне лучше красное может ей дать. Евангелие. У тебя вся жизнь впереди, ты задумайся, пока, не, пока какой-то грех не влип там, в убийство или в кражу какую-то. Задумайся. Читай Евангелие.
Евангелие – это благая весть. Я думаю, тебя дурачу дают. Я думаю, что ж бородатый подошел, да? Сам не верит, что говорит. А я очень даже верю. Я так просто не хочу. Потому что не представить, что написано все. Вот, начиная с суть со Христом, что свет пришел, что с Христом пришел мир, то есть само добро свет. Но люди более возлюбили чему, нежели свет. Курить, напить, плодить, материться. Потому что дела это были свет. Потому что ваши дела перестали быть злыми, нужно отвернуться. И делать добрые дела, понимаете? Он уже в Что-то я самим зубом пытаюсь поразить, получается. Потому что у вас нет помощи, слышишь? Когда скажите от всего сердца, Господи, я уже так устал этому греху, так мне это все осточертело, прости Господи. Освободи меня, и он вам поможет, скажет, дрежи, это просящему даст духа. Спасибо. Ну, так, конечно, вера слышана, он девушка пусть почитается за Евангелие. Пусть не почитаю. Ладно, ну, покрашен, но почитаешь.